Добрый день, уважаемый зритель. С вами доктор Константин. Сегодня тема лестницы следующая. Для всех женщин женского пола. Данная точка ВЦ4 Гуань-Юань выступает точкой, которая влияет на шейку матки. То есть при всех болезнях шейки матки можно использовать данную точку ВЦ4 Гуань-Юань. При спазмах, при увеличении, при воспалительных процессах шейки матки, при слабости шейки матки. Вот. Данная точка вырабатывает своеобразный иммунитет для шейки матки. Единственное, милые дамы и женский пол, нужно знать и понимать, в каком состоянии ваша шейка матки. Либо она пребывает постоянно в гипотонусе, слабая, вялая, либо в гипертонусе, всегда воспалительные процессы. Там собирается энергетика, либо недостает этой энергетики для нормального циркулирования энергии физического тела. Также следует знать и понимать, что за мышечный каркас и за мышечную систему отвечает поджелудочная железа. Вам подсказка, в каком состоянии поджелудочная железа, в таком состоянии и мышцы, либо шейка матки. Элементарно все просто. Только нужно прислушиваться, знать и понимать. Также нужно знать, что в гинекологии три основных меридиана, которые контролируют гинекологию. Либо все гинекологические проблемы, либо болезни, которые формируются у женщин. Это меридианы почек, поджелудочной железы и печени. То есть диагностика 12 меридианов желательна. Почему? Потому что все болезни, связанные с гинекологией, либо шейкой матки, это болезни иньского характера. Уже напрашивается само, в каком состоянии инь и янь. Мы читаем лекции согласно восточной медицине. Да, вы можете навести порядок с помощью химических препаратов, как сегодняшний день там гормональные препараты, очень сильно действующие для восстановления гинекологии, используют. Но вы так и не будете знать, в каком состоянии ваши меридианы, которые провоцируют вам эти болезни шейки матки. Поэтому данная точка ВЦ4 Гуань-Юань можно смело использовать после диагностики данную точку. Если три меридиана слабые и вялые, общий энергетический баланс слабый и вялый, данная точка длительно прогревается для укрепления шейки матки и выработки своеобразного иммунитета. Либо у женщины всегда воспаляются три основных меридиана, которые контролируют гинекологию. Воспалены все 12 меридианов, которые контролируют мочеполовую систему у женского пола и мужского тоже. Тогда данную точку ВЦ4 Гуань-Юань нужно что? Расслаблять. Спасибо за внимание.